как это произошло? Расскажи мне! Вот так все и произошло. Я пришел на стриме, который был пару дней назад. Я пришел, а тех самых жителей уже не было, которых мы спасли в предыдущей серии. Уже не было. Вот и мы с подписчиками на стриме гадали, куда же они пропали. Вот три могилки я выкопал. Вот это житель номер один, житель номер два и житель номер три. Как бы, к сожалению, я имен их не знал. Они бы нам послужили хорошими продавцами. Но не в этой жизни, Кать. А почему четвертую ты не выкопал? Если мистер Крипер убил, это ничего не значит, он тоже должен быть здесь, рядом со своими пацанами. Ну, кстати, да, можно ему потом будет выкопать. Сейчас у меня, к сожалению, нет вот этой таблички. Иди сюда. Я знаю, куда они пропали. Ну, скорее всего, ты тоже уже догадываешься, учитывая то, что мы только недавно обнаружили то, что у нас здесь за домом находится спавнер зомби. Вот этот проклятый... Нет, не здесь. Вот здесь он находится, вот там, посмотри. Так надо его сломать. Не надо его сломать, тихо. Как? Не вздумай его ломать. Я из этого спавнера потом сделаю вот эту бесконечную ферму зомби. Не смей его ломать. Ты со своими бесконечными фермами уже доконаешь скоро всех. Ты посмотри там в сундуке хотя бы что-то, потому что я еще сам не смотрел. Ну ладно, все, пошли. Да Да ядрить ты колоти! О, проклятые утраты, книга, офигеть, гнилая плоть, ведерко, семена арбуза и золотая конская броня. Отлично. Безумно, Очуметь просто. Давай вылезай! Кать, я считаю, то, что потеря этих жителей, как бы, должна быть на твоей совести. Это из-за тебя все произошло, мне так кажется. Не взорвала бы ты вот эту бесконечную ферму железа! Жители бы не сдохли, умерли. Если бы ты изначально не построил эту ферму железа и не пригласил бы работать сюда этих жителей, украв их из семьи, из деревни, ничего бы этого тоже не было, так что это ты первоначально виноват. Я их украл из семьи, но хотя бы оставил в живых. А ты что с ними сделала, а? У нас три могилки после той серии появилось за домом. Четыре уже. Ну да, четыре. Ладно. Блин, дожили, у нас уже даже собственное кладбище образовалось. Да. Ну ничего, ничего, Кать. Одних жителей мы потеряли, но сейчас мы с тобой заведем других. Пошли за мной. Чего? Это еще как? Ну, я тут недавно выяснил, точнее, мне тоже подписчики на стримах сказали. На самом деле, как бы на стриме полезно, видишь, приходить каждый вторник, четверг и субботу в 7 вечера. Там всегда лютая дичь какая-то происходит. Оказывается, Катя, мы с тобой это не знали, даже я это не знал, сколько лет играю в Майнкрафт. Жителей можно вот это, нашим с тобой языком, чики-бомбонить. Да ну, ты меня обманываешь. И да, ты как бы не смотри на то, что жители бывают только мужиками, и их на самом деле можно чики-бомбонить, и у них потом появляются дети. Я сам очумел просто, не знаю как, когда это увидел собственными глазами, когда они вот это друг из друга сердечки пускали. Я тебе зуб даю, я это сам видел. Не Майнкрафт, а какой-то Дом 2, серьезно. Поэтому я тебе предлагаю пойти в деревню, мы же этих жителей хотели отвозить туда, вот, перед тем, как мы с тобой заберемся на Эйфелеву башню, там у меня вот это романтическое свидание для тебя подготовлено такое небольшое, но это такой сюрпризик, чуть вот это, на будущее сюрпризик. Все, что за дебилы мы с тобой все. Так, надо морковки нет, кстати! То я на стриме всю морковку... В смысле нет морковки? В прямом смысле. Там было где-то 2-3 стака морковки, я ее всю потратил на вот это, на жителей. Я там уже развел парочку, поэтому нужно нам морковку с тобой сейчас добыть. Парочку? Так, подожди, сколько там морковки-то надо, если ты всю морковку изнахратил? А в огороде-то должна быть? Ну в огороде там немножко есть, сейчас, да подожди, вот эту костную муку надо захватить, надо вырастить немножко морковки, потому что там на одного жителя уходит только 16 морковок, они такие прожорливые, очуметь просто. Капец, блин, я эту морковку копила, хотела соленье сделать, там, замариновать. Морковку замаринить. Да, не получилось, конечно. Но ничего, Катюх, иди сюда. Подойди. Я морковку собираю. Так она не выросла еще даже.
Вот, рыра вырастает. Ну та, которая тыкай вот этой костной мукой и выращивай. Нам нужно с тобой хотя бы 2 стака морковки. Давай погнали, мать. Ростим. Ростик. Читерство, конечно, это все. Вот это костной мукой делать, конечно, читерство. Так, у меня уже почти 2 стака, и чуть-чуть осталось костной муки. А все, конец, закончилось. У меня 1 стак морковки и 15 штучек. Давай добывай, что там еще осталось, и полетели в деревню. Во, 54-64, нормально? Нормально, сажай морковку, чтобы там пустых мест не было, и погнали. Ой, и погнали, Катюх, давай. Сажать это как сажать? Правой кнопкой. Тогда меньше морковок будет. Фейерверк взяла? Вот. Морковки взяла? Вот. Хорошее настроение взяла? Вот. А, да. Желание всех зачики-бомбонить взяла? Обязательно. Слушай, на самом деле я думала, сегодня в этой серии мне такой разнос будет, такое грозит. Ничего, весело время проводим, вообще нормально. А почему ты решила то, что у тебя будет разнос в этой серии? Ну, за ферму эту, потому что я столько всего поначиталась в комментариях от вас, ребята. Не-не-не, ты взорвала ферму, ты правильно поступила, ничего, нет, ты думала вместе вот это. Да-да-да, давай вчера вот подписчики меня любили, сегодня они уже все, война. Давай полетела, все уже забыли, ты правильно поступила по поводу фермы. Да, все, полетела, давай. Полетела. А ты где? В смысле где? На пеструне. На ком? Ну, на перчике. Ну так ты своими именами называй, я уже подумал, на ком ты пеструне там застряла. Спускайся давай, я тут возле ворот. Да, сейчас смотри, как полечу. Сейчас, подожди, да, я подойду, давай, лети. Смотри, как могу. Ой. А там перчик горит почему-то сверху, ты его подожгла? Ну, это я там костер поставила. Зачем? Пока ждала тебя, грелась. Короче, я сейчас прилечу заново, подожди меня. Ну, давай, хорошо. А сейчас, Катя, тихо, никого не разбуди, все спят. Кстати, сзади там новая кошка какая-то городская появилась, я ее тоже не... Кто? Катя, иди сюда, нам жить, иди сюда! Хватит отвлекаться на кошек! Чё ты корюшь, ты разбудишь сейчас всех. Сюда, короче, на стриме я всех чики-бомбонил именно вот здесь в больничке, поэтому заходи туда, я сейчас притащу еще одну кровать, вот она у меня где-то вот здесь должна быть, а как я знаю, каждому жителю надо дать по 16 морковушек, и чтобы в одном здании было 3 кровати, и тогда на утро может быть кто-то маленький пельменчик и появится, поэтому смотри, я бужу этого, выбрасываю ему 16 морковок. Держи, чувак, это тебе. Ага, и забрал. Еще выброси. А-а-а. Другой забрал. Выброси. Вот тебе 16 морков. Все. Давай. Нет, а вот этот забрал 32 морковки. Нет, он 16 забрал, и другой 16 забрал. Они поделились между собой, да ядрить ты колотить, Кань. Не верю. Опять этот забрал 16. Да! Воришка! Опять. Я хочу вот этому отдать. Отвали. Вот этот забирает. Забери быстрей! Ты видишь, у него повязка на глазу, он профессиональный воришка, он только что у тебя 1,5 стака морковок украл. Кать! Последний раз, задержи его, последний я раз. Держу его, Тупица, я тебе отдаю морковки, ты. Все, наконец-то поднял, все. Лежа поднял. Сейчас вроде как нам нужно переждать эту ночь, и возможно что-то у них вот там получится. Выходи давай, иди сюда. Здесь тоже вроде спят двое. Вот смотри, этому я тоже сейчас выброшу 16, вот так, поднимай. Молодец, и этому тоже 16, поднимай. Дурак. Так, и сюда поставлю еще одну кровать на всякий случай. Вот примерно как-то вот так. И сейчас, Кать, мы их оставим. Я тебе тоже как бы предлагаю переспать сейчас, просто чтобы утра дождаться, и потом мы сюда вернемся.
То есть предлагаешь нам ехать обратно к нам домой? Да зачем домой? Как бы в деревне нам всегда рады. Вот здесь есть две свободные кровати, как я знаю. Ну, ладно, нет. Здесь все занято. А, ну, давай вот куда-то в другое место. В смысле занято? Ты чё, мужика разбудила? Давай ложись. А то без тебя уснуть не могу. Ну, ладно, будем действовать по схеме Кати. Ага, до свидания. Слезь с меня. Так, пошли. Кошаки тут новые, еще один кошак. Смотри. Целуются. Это вроде фермер и вот этот картограф, если я не ошибаюсь. Так. Отлично. Парочка, привет. Пельменчик маленький получился только что у нас на глаза. Кошмар. А тут, а мы же всех, это... Подожди, здесь никого нет, один мелкий чики-бамбо не появился, где он? Вот он, здорово! Так, еще двое должны были появиться, если... За домом, нет. За домом нет, за домом только кошак какой-то. А что-то кошек много новых появилось в городе, не могу понять. Ну вот, в принципе, как-то вот так это все и происходит. Только мы потратили неимоверное количество морковки, а получился только один маленький пельмень. Вот. Поэтому, Кать, на будущее, чтобы ты знала, надо 3 кровати и по 16 морковок каждому. Если, конечно, в паре нет одного воришки, как вот тот с повязкой на глазу, который с торды взял у Кати всю морковку. Да-да, я потом еще вернусь и свое заберу. Поняли, да? Поняли? Ну а сейчас, мне кажется, можно отправиться домой, да, Кать? Можно домой поехать, вот. Фух, да, я что-то так подприустала, да. Мне кажется, то, что можно своих детей накормить там, а Милку, там, Елизавету. Мы, кстати, давно Елизавету не кормили, вот, можем пойти покормить, наконец-то, вот. Че это ты решил всех покормить вдруг, а? Никогда не кормили, а тут вдруг решил. Да, мне потому что кажется, то, что Елизавета, ее муж Филипп, они просто вот это, очень давно не кушали хорошо. А там, кстати, новый урожай ягодок созрел, поэтому, мне кажется, можно пойти покормить. Чё-то подозрительно. Ну ладно, пойдем покормим. Давай. Я прям в окно, в окно к Елизавете залетела. Я себе голову чуть не сломал. В смысле? Да просто летел, стукнулся башкой, шишку себе набил, вот в смысле. Да. А где Лиза с Филиппом? В смысле с Филиппом? В прямом. А то есть Лиза тебя не волнует, да? А, подожди, а... А, вот здесь что-то пошло не по плану. Так, подожди. Где Лиза, я знаю, а где Филипп? В смысле ты знаешь, где Лиза? А где... Стоп! Где Филипп? Подожди, с Филиппом Киркоровым разберемся чуть позже. Хоть я сейчас ничего не понял, что произошло, но... Ты собери ягодки, нужно Лизочку покормить. Давай, собирай, покормим сейчас Лизунчика. Где она? Давай, собирай. Я тебя подожду на верхушке башни нашей, Катюх, давай. Не говори мне, что Лиза там. А, нет, она не здесь, просто здесь очень красиво. Чтобы узнать, где твой муж Филипп находится. Вот это... Чего? Вот это я вообще не планировал, честно. Жду тебя вот там, давай взлетай, Катюх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне вообще нехорошо. Вот и мне что-то не нравится, потому что белого писа я не хотел терять, но как-то оно само получилось. Чё ты там несёшь, в смысле ты не хотел терять? Где Лиза? Капец, блин, никогда не научусь летать нормально. Лиза! Стоп! А сейчас стоп! Руки вверх! Стоп! Ни шагу! Если ты подаёшь, я её сброшу к чёртовой бабушке, и она упадёт! Ни шагу! За что? Почему? Лиза! Стой там, где стоишь! А ты чё думала? То, что мы просто тебе так простим вот это всё? Подписчики мне писали под предыдущей серией вот это выживание. Ты можешь посмотреть эту серию, если ты не видел. Для тебя вот специально здесь подсказку оставлю. Вот тыкни вот сюда. Катя взорвала к чёртовой бабушке 15 стаков железа. Это бы хватило до конца жизни. И подписчики мне в комментах предложили вот такой вот способ тебя затроллить, чтобы ты знала, как это, когда ты теряешь в жизни что-то дорогое. То есть хочешь сказать, что у нас Лиза равно железу?
15 стаков железа? Да я 10 таких лис могу купить. В смысле? Ты с чего взял вообще, что железо это Лиза? Лиза это железо. Это неправильно. Железо можно пойти и добыть, а Лизу нельзя пойти и добыть. Она одна такая. Была одна, и больше ее Кать не будет. Мы с тобой должны расплатиться. Извини, пожалуйста, но ты должна знать, каково это. Пока, Лиза. Лиза! Подожди, я случайно вот это повесил. Сейчас, тебе там нормально? Слушай, так, хороший аттракцион, кстати, я не знал, что так работает. Я думала, ты реально хочешь ее скинуть. Все, давай, шутки кончились, давай вытаскивай ее. Подожди, ну так кстати, я же реально ее хочу скинуть. Вот, кстати, вот смотри. Лиза, я с тобой! А то, что было после того, как я столкнул Лизу, лучше тебе не знать. Но зря я строил вот этот троллинг, который находится вот здесь. Вот нажми и узнай, почему же Катя на меня так рассердилась. Но помнишь, я тебе говорил то, что если мы когда-то с Катей расстанемся, то скорее всего из-за того, что я ее сильно троллю. Так вот, скорее всего этот момент настал.